То есть, если до этого пост выглядел вот так, знаменитый Шамиль, как последняя свинья, сдался на милость русских победителей, то теперь этот пост выглядит так. Знаменитый Шамиль сдался на милость русским победителям. Когда я просто сказал о том, что имам Шамиль не является для меня героем, однако является мусульманином, за которого мы делаем дуа, тогда, ну, это была такая кампания мобилизации, которая прошла против меня. Там кто только, и спортсмены, и блогеры, и дебилы, в общем, все. Как думаешь, вернет Кадыров жену Вайлд Пилс? Не знаю, я наблюдаю за ситуацией. Подождем, увидим. Почему Кадыров прягся за мужа Вайлд Пилс? Хайп или деньги? Конечно, деньги. Конечно, деньги. Но хайп тоже здесь присутствует. А если он реально эту тему решит, то это, конечно, даст ему определенные дивиденды. Но прежде всего это деньги, и очень огромные деньги. Я из Армении, и многие блогеры прямо оскорбляют нашего президента, но ни один не убит. Как ты в одиночку можешь как-то навредить Кадырову? Ну смотри, видишь, допустим, конкретного нациста, на него можно оказать влияние вот в одиночку. Ну это не в одиночку, ты не один это делаешь, но ты становишься причиной для того, чтобы поднялась какая-то волна, и раз что-то удается там изменить. Вот с Кадыровым очень много таких примеров. Видите, вот, допустим, была проблема и ношение бород для молодежи. Сегодня это уже не проблема. Была проблема и ношение хиджабов. Сегодня это уже не проблема. Много таких моментов, на которые ты можешь повлиять. Но ты это делаешь не один, не в одиночку. Ты можешь где-то стать триггером, ты поднимаешь какую-то волну, и она оказывает влияние на Кадырова, там, и на кого угодно. Хотел спросить, почему все топят за Палестину, есть 22 арабских страны, но никто за Курдистан. Курды-мусульмане, которых убивают другие мусульмане, курдов убивают давно и мощно, твое мнение. Но почему не топят? Наверное, там все-таки отличается эта ситуация. Курды разделены на несколько стран, и как ты говоришь, здесь все-таки в пределах трех, как минимум, мусульманских стран, плюс еще Иран, там тоже они нет-нет представлены, плюс какое-то небольшое количество, по-моему, и в Афганистане есть. Поэтому, разумеется, здесь другое отношение. А в палестино-израильском конфликте там же четко есть белое и черное. Там есть вот добро и зло. Это такой классический пример, где вообще не может быть какого-то третьего мнения в израиле-палестинской теме. Поэтому, ну, это немножко разные все-таки вещи. Вроде не существует государство Курдистан, никогда не существовало. Не, у них есть автономия на территории Ирака. Плюс у них есть обширные территории, которые сейчас, по сути, контролируются ими самими при поддержке Соединенных Штатов Америки на территории Сирии. Поэтому, да, конечно, такого своего суверенного независимого государства у них нет. Но обширные территории, подконтрольные им, у них есть. 40 миллионов курдов, наибольший народ на планете, который не имеет своего государства. К сожалению, мы никак им помочь не можем, Алекс Бах. Поэтому я не знаю, что ты от нас хочешь услышать. Почему бы тебе не поговорить с журналистом Карпенко и расставить все точки? Если будет такая тема, предложение на эту тему поговорить, я без проблем. Я от каких-то разговоров абсолютно не бегу. Не скажу, что мне приятно, как сказал Джохар. Желания такого не имею, необходимости. Поэтому я не вижу, что в этом есть необходимость. Но если есть с той стороны желание, я в этом проблем не вижу. Но там сам за кем-то ходить, инициировать что-то, этого я делать не буду. Тема имама Шамиля не будет говорить. Вот переходим к теме про имама Шамиля. Вчера один русский нацист, он сам себя так называет, это не наши слова, вот так этот человек выглядит, вот рядом с этим Аксеновым. РШДГ Русич,
называется, по-моему, это их компашка, группа, батальон или что это. Они активные участники СВО сейчас, на стороне России, разумеется, воюют. И вот этот вот тип, он тоже участвует в этом СВО, то есть он тоже активный участник СВО. И вот, значит, вчера мне скидывают пост на официальном канале, который ведет вот этот тип. Это большой пост про генерала времен Кавказской войны, покоритель Кавказа. Значит, так он его назвал. Это генерал Евдокимов. И вот в этом огромном посте он, значит, допускает такие высказывания, вот этот нацист, что знаменитый Шамиль, как последняя свинья, сдался на милость русских победителей после разгрома его войск при Гунибе, куда их загнал Евдокимов. Ну, я, естественно, сначала такой немножко удивился такому. Потом думаю, так, подождите, ребята, ну, вот, значит, это нацист, националист русский, он участник СВО. Но там ведь есть и огромное количество с Кавказа участников также СВО. И вроде бы официально ведь они все там братья по оружию в одних окопах и так далее. И тут на тебе этот тип такие так оскорбительно высказывается. Плюс в памяти ведь свежи выпады, там, когда я просто сказал о том, что имам Шамиль не является для меня героем, однако является мусульманином, за которого мы делаем дуа. Тогда, ну, вот это была такая кампания мобилизации, которая прошла против меня. Там кто только, там, ну, и журналисты, и политические деятели, и какие-то общественники, и спортсмены, и блогеры, и дебилы. В общем, все тогда активизировались, мобилизовались, и на всех уровнях. Кто-то там писал статьи, кто-то какие-то научные обсуждения проводил, где-то какие-то эфиры проходили. В общем, что только не происходило, и ругательство, и записывали там мой адрес обращения. И вот я подумал, так, если, ну, на простое там не герой такая волна, то наверняка надо этих ребят сейчас мобилизовать. Они мобилизуются против вот этого, значит, продукта внебрачного зачатия. И я, в принципе, я ошибся, конечно, в масштабах мобилизации. Такой мобилизации не произошло. Но зато вот на этого типа конкретного влияния оказать нам удалось после того, как мы такую небольшую волну в его адрес подняли. Он быстренько потер свой пост. И теперь вот эти слова про свинью, он их заменил. То есть, если до этого пост выглядел вот так, знаменитый Шамиль, как последняя свинья, сдался на милость русских победителей, то теперь этот пост выглядит так. Знаменитый Шамиль сдался на милость русским победителям. Ну, не знаю, я думаю, для тех, кто был тогда оскорблен тем, что имам Шамиль для меня не герой, для них и эти слова, конечно, должны быть оскорбительными, невыносимыми. Они, конечно, все равно должны продолжить свою работу против этого нациста. Но в целом оскорбление, по крайней мере, удалось убрать. И смотрите, на самом деле, вот это тоже хороший показатель сущности вот этих маменькиных нацистиков. Смотрите, он изначально делает такой пост оскорбительный, потом, как только он видит, что на это пошла реакция, он до талого не прет. То есть у него, хотя вроде бы, да, у них там целая штурмовая какая-то там группировка, вроде бы есть единомышленники, вроде бы там с оружием и все такое, да, вроде казалось бы, да, чего им бояться. Но те, кто их курируют в спецслужбах России, они им говорят: ребята, вот тут переборщили, мы здесь не готовы за вас впрягаться. И когда они видят, что нет такой поддержки, то есть это для них, это, понимаете, только коллективная вот эта сила. Если есть коллективная вот эта поддержка, да, мы все с тобой там, давай, то они будут дальше идти. Но как только они увидели, что здесь нет какой-то поддержки, он быстренько пост подтер, наверняка там ему сказали,
Здесь ты борщинул, давай там немножко исправь. И он очень быстренько этот свой пост подтер. Поэтому такова на самом деле сущность вот этих вот бравых ребят. Какие бы громкие там интервью они не давали, какие бы посты не писали, комментарии. Когда пахнет жареным, они очень быстро готовы уйти на попятную. В общем, в целом я могу сказать, что ну, успех, даже успех, хоть и такого масштаба мобилизации не произошло, но зато пост исправили, в целом немножко эту компанию привели в чувство. Что там про мобилизацию, про пост Шамиля? Все, я уже отменил эту мобилизацию. Да, как бы цель, можно сказать, достигнута. Мобилизация, всеобщая мобилизация отменена. Теперь можно частичную объявить, чтобы дальше добить этого нациста. Может, он полностью пост уберет, но это вряд ли. بيكم